И в завершении выпуска в Чехии прошел заезд на старинных велосипедах. Мероприятие было организовано чешским клубом велосипедистов. Участники, наряженные в исторические костюмы, показали навыки владения одним из прототипов современного велосипеда – пенни-фартинга. Модель была создана более 150 лет назад. Название велосипеда происходит от внешнего вида британских монет – пенни и фартинга, поскольку одна из них намного больше другой. И велосипед сбоку напоминал своим видом эти монеты, которые следовали одна за другой. Большинство велосипедов сегодня основаны именно на этой конструкции.